смотрите. Если вы помните, была программа на 60 позиций, я уже говорю, что, которую мы приняли в качестве справочного материала, то, что приоритетного. Они оттуда мы приложили исключение Ж и как новый. А у нас был адрес Кировоградская 10, на нем обе. Мы сюда не задействовали ни разу. Кировоградская 10.1 у нас идет вообще на капитальный ремонт 16-17 год. Полностью как ремонт дома. Он в краткосрочной программе, но он не на 16 попадает. 16 попадает, на 17. То есть на выборку бы вообще как бы не надо сделать. Он в краткосрочной программе будет. А вот если говорить о выделении средств сразу на по изготовленному ПСД, не будет это как параллельно 16 миллионов ПСД? Оно уже на 2. Вот как мы можем узнать, сколько стоит это, эти виды работ, хотя мы не имеем, но вот как еще ПСД? Мы закладываем два. А по аналогии мы переносили похожие парки. По аналогии. Ну, поэтому мы сказали, что без ПСД это сумма условная назвала, чуть меньше она будет, значит, на что-то. Не будет ПСД выполнена, скажем, с какими-то такими вопросами, потом мы не должны в эту сферу. Ну, как параллель, да? Повторяю, если оно будет чуть больше, значит, добавление будет станет меньше за счет вот этих же позиций. А, если чуть ПСД будет на конкурсе? Да. Если чуть меньше, то просто остатки средств на что-то не будет. И тогда последний вопрос. Ремонт системы канализации по 13-2. Нужны работы предварительные по ПСД по параллели с Кировоградской? Нет, по параллели с Кировоградской 12. Нет, там... Не нужны будут ПСД? Нет. ПСД не нужны, потому что там... Ну, я не инженер, поэтому не могу точно объяснить. Без прокладки по земле, скажем, без земляных работ. Ну, это, наверное, внутренние работы, да? Ну, хотелось бы посмотреть за заключение, конечно, потому что это все-таки вот, ну, бескомиссионно, это достаточно сложно. При доверии